Слышь, ну вставай, нормально, надо закрыть врата, слышишь, Кирилл? А где амулет твой, где? Где твой мой сын? Черт. Так, слушай меня. Слушай, слушай меня. Значит, ты сейчас его уберешь. Идешь к этому долбанному дереву, закрываешь эти гребаные врата. А я не знаю, на что, на замок, на засов, на что хочешь, на то и закрывай. Ну что ж, молодые, прошу скрепить узы брака автографами. Максик, может, не надо? Ой, мама!